обособленное подразделение номер 4 в городе Лосино-Петровский Щелковской городской больницы. Сюда пришла работать участковым терапевтом выпускница Курского государственного медицинского университета Ольга Иваненко. С выбором места работы помогли определиться государственные меры поддержки медицинских работников. Первым делом при трудоустройстве я оформляла заявление на то, чтобы получать компенсацию съема жилья. В дальнейшем уже разузнали про программу земского доктора, на что тоже были поданы заявления, и уже до Нового года мы получили все выплаты. И в дальнейшем мы уже узнали в отделе кадров про социальную ипотеку, где мы тоже заинтересовались, также читали условия, и отдел кадров нам помог собрать все документы и поучаствовать в программе. Программа «Земский доктор» действует в нашей стране с 2012 года и была расширена по целому ряду позиций в прошлом году. Во-первых, мы получаем компенсацию, да, 1 миллион рублей, которые мы можем также потратить на вложение в квартиру. Плюс, в любом случае, ты трудоустроен. То есть 5 лет я работаю в этой организации. Коллектив хороший, работать приятно. Работа тоже устраивает полностью. Ее коллега, участковый терапевт Елена Гайдукова, которая работает здесь более 15 лет, отмечает, что приход на работу новых специалистов существенно повышает эффективность оказания медицинской помощи населению. Это было очень тяжело и для жителей, и для нас. На нас была бешеная нагрузка. Люди не могли попасть вовремя на прием. Сейчас, с приходом новых специалистов, нам становится легче. Пациенты выбирают уже, приспосабливаются и выбирают себе доктора. И уже ходят только к нему. Соответственно, наблюдаются уже в течение долгого времени. И доктор знает про них, и пациенты знают доктора. И это очень хорошо. Это необходимо. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.